Миссия Бундесвера Германии продолжалась более 20 лет в северной части Афганистана, и весь персонал, который нас поддерживал, живет там. У них там семьи, там их родина. Но там нет действующего аэропорта, из которого можно было бы вылететь в Германию. Мы сообщили об этом афганским властям, и на севере Афганистана больше нет немецких военнослужащих, потому что все они были перенаправлены в Кабул и уже вернулись в Германию. Поэтому те афганские сотрудники, у которых не было возможности отправиться в Кабул, все еще находятся на севере, и мы понятия не имеем, как их эвакуировать. И вполне возможно, что нам и не удастся этого сделать. Поэтому вопрос в том, сможем ли мы договориться с Талибаном, чтобы забрать их. Это будет одним из ключевых вопросов в ближайшие дни. Наш канцлер сделала важное заявление, что Германия начнет переговоры с талибами, и это должно быть в центре внимания, чтобы получить шанс эвакуировать этих людей, которые поддерживали нас около 2 десятилетий. Это шанс для Талибана доказать, что они заслуживают доверия, ведь им никто не доверяет. Они должны понимать, что очень зависят от международной поддержки. Но, тем не менее, хорошая новость заключается в том, что несколько тысяч человек уже в Германии. И еще одна хорошая новость, что Германия начала эвакуацию с использованием самолетов Бундесвера. И мы сделаем все, чтобы поддержать афганцев, которые долгое время работали бок о бок с нами. For a long time.